Добрый день. Сейчас мы продемонстрируем вам два основных теста, с помощью которых проверяется подлинность браслета Power Balance. Итак, первый тест. Основное условие для его выполнения: ноги вместе, спина прямая, нога согнута в колени и приподнята, руки в стороны, плечевой пояс напряжен. Давим на предплечье, стороны подняты ноги. Как видите, нарушить равновесие человека в данной позиции очень легко. Давайте еще раз. Теперь то же самое, но уже с браслетом. Итак, ноги вместе, плечевой пояс напряжен, руки в стороны, нога согнута в колени, приподнята. Давишь со стороны поднятой ноги. Ну, как видно, да, эффект. Второй тест на силу. Основные условия для его выполнения. Ноги вместе, спина прямая. Руки напряжены, спина напряжена. То есть все тело находится в таком силовом тонусе. И давим кулаком вниз. Берем руку и давим вниз. Ну, очень легко согнуть. Еще раз давайте попробуем. Очень легко согнуть, даже если человек сильно напряжен, даже если он очень сильный, в таком положении его легко согнуть. Теперь то же самое, но уже с браслетом. Итак, ноги вместе, руки по швам, все тело находится в напряжении. Вот видите, даже двумя руками давлю, не могу согнуть нашу хрупкую девушку. Вот это два основных теста, с помощью которых вы можете проверить подлинность проданного вам браслета Power Balance. Выполняйте его правильно, и вы будете уверены в том, что вам продали именно оригинальную продукцию. Всего доброго, всем удачи!